Так, это лот пальто Швейцария, крем качества. Здесь 21 штука. Первое, это пальтишко такой из шинельной шерсти Zara Basic, размер L, сзади. Дальше идет черный френч, хорошее качество шерсти, он тоже идет размер большой. Буклированная шерсть с искусственным мехом, размер L. Так, это у нас идет вилла, курточка, размер M, шерстяная. Пальтишко эсприт. Ларидут пальтишко, тоже большого размера, элька с капюшоном. Тренч зебра, он достаточно легкий, то есть не из драпа. Это классическое пальто большого размера, 2XL, но ткань, шерсть хорошая, еще реглан рукава. Орсей курточка, размер какой? Элька. Размер элька. Так, это пальто, полупальто. Размер какой? 40-й. Классик XL. Это Джессика. Размер у Джессики не Нет сказано. размера. Элька. Кирстен. Больше на тренч похоже. 20-й размер я вот вижу английский. Это с содержанием шерсти. Это кос. Размер S. У него зад длиннее, чем перед. Так, это искусственная дубленка. 2XL. Новое пальто. Pronta. Модель Италия. Размер S. Так, это открой, это как английский стиль. То есть там у него жилетка. Вот здесь от рукава. То есть это, вот, видите? То есть здесь жилетка, а сверху как накидка. Элегантная такая штука. Тренч. И последнее пальто H&M. Спасибо.